Так вот, что у нас тут случилось, господа присяжные-седатели. Чё-то я же у меня движок весь чумазый. А вот глушитель. Вывалились гайки, прогнили. Которые этот кожух крепит. И даже он какой-то изнутри весь, это копченый движок у меня такой же. Казалось, там все от вибрации отвалилось. Так что вот. Чё-нибудь похимичим. Гайки теперь вынимать. Сейчас вам будем смотреть, как он без глушителя работает.